Вот, нахуй мне это надо, блядь. Все, нафиг, нахуй. Это не наш минус. Е-е. А чё? Бля, у нас два минуса. Это Загибо, Good Hash Production. Салют, цвет грены. Е-е. Это нельзя купить. Йо-йо. Это нельзя купить. Это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям. Это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блять. Это нельзя купить, это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям. Это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блять. Кто-то рвется в теле, кто-то кадрит этим телок. Но это мудаки, их дерьмо меня не шторит. Они не шарят, их слушатель это школьник. Они не отпускают мысль выпустить сольник. И хоть прочесть 100 книг, не просышь о чем трек. Их друг это интернет, скажи таким нет. Не даем даже шанс жрать за наш счет хлеб. До обеда топить их в собственном дерьме. Мне не нужны фанаты, чтобы делать это круто. Лишь бы был став, респект, полковник Пупов. Было время глумом, взял время стрелять клубов. Беру микро, не было бы бедунище утром. Как много стало рэпа, как много стало трёпа. Но если вдуматься в целом, это глубокая жопа. Да я и сам тоже, походу, не вышел рожей. Вместо музыки режу лупы в саундфорджи. Но если ты такой же, чувствуешь бит кожи, куришь, как лошадь, забивая на осторожность, станет меньше параши и свергнут мойша, все будет пиздато, брат, но это будет позже. Это нельзя купить, это нельзя продать, это нельзя отдать предателям, это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блять. Они стараются быть модными, поеботаю и головы наполнены, и это полбеды. Хуем бы им всем полбу, но моя дочь когда-то тоже пойдет в школу. А там уже есть кто прибанчит порошком. Система выращивает для себя барашков. Все больше МС выходят в город накрашенными. Мне нужен новый рожок в калашников. И мне не важно то, что я не ваш типаж. Я просто тот типан, который читает под гашем. Для тех, кто пока что не начал думать влагалищем. Среди деградирующего сборища это порево. То еще уже мало кто спорит. Эти истории пора вырезать под корень. Какого хуя, что здесь происходит? И так, Оля, подкури и ищи ответы в этом хардкоре. Горе-рэперы сдаются без боя, особо борзые уходят за разбой. А ты не ной, включай оставшихся. Мы берем это под землей и сжигаем там же. Это нельзя купить, это нельзя продать, это нельзя отдать предателям. Это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не бьешь. И цвет граната. Круто у вас тут. И пропитайся. Этот звук повреждает души, как Тайсон. Пока тебя не прокидали, пропитайся. И тут нихуя не даст знания теоремы Лапиталя. Взрывай свой девайс под этими битами. И не надо метаний, когда придет пизда ментальная. Знаешь, что всегда есть те, кто не продались, как Металлика. Все детали в хронике. Good Hash выводит из новика. Если выхватил галика, невелика беда, пока лиха беда начала. Без мазы вызывать врача, если начало качать. Вирус говнорэ по нашим патчам разоблачается. Не вредно было б загрузить в качанку, как когда-то кукулькан дал кукурузный початок тальтекам. Мы даем своим чувакам этот трек. Он оставляет след, как на ебле протектор. Делай с него слепок и передавай коллегам. Справа налево, слева направо и так далее. Пропитайся, мат, пока тебя не напитали. Это не увеличит твои гениталии. Это, блядь, твоего мозга капитальный ремонт. Это нечто с того конца света. То, что вечером уносит дым в окно с ветром. В том секторе спектра, который плохо виден сверху, расположен эпицентр наших побед. Это крепкий орех, возьми добро на пробу. Пусти среди своих по кругу, скорти ведром окроту. Не пожелай врагу, Good Hash твой друг до гроба. И скоро ты прочувствуешь это нутром. Мы нанесли мозг урон утром. Это рэпчик, хоть бы о чем-то путном. МС читает слух, но как будто в воду пукнул. МС читают так, как будто бы их ебут. Скажи Good, скажи Hash, скажи ХПМ. Мы тут неплохие, брюхи стряпаем. Не первый год к ряду, год за годом подряд. Москва заеба, лови этот бодряк. Это рэпчик вроде, это рэпчик, не. Это рэпчик вроде, это рэпчик, йо, да. Yeah. Песня для всех гашишных барыг Москвы.
Дай, йо. Дай, дайте мне этого жирного. Я из него дурь вышибу. Дай, дай. Дай-ка мне, друг, самого жирного из дюжины. Скажу тебе, зайдя на твой порог из тишины. Я пребываю в ужасе от мысли остаться без ужина. Прошу, заверни этот кулек потуже уж. Вокруг тише глушь, свет лишь из луж. Капюшон натянут на уши. Я планирую вышибить дури, потому мне нужен был этот кусок. Самый жирный, лучший. Теперь он мой, я несу его домой к себе. Батл и сига не изобретай велосипед. Технология не изменилась за 8 лет. И гарантированно урожай мыслей сквозь. Это для тех, кто пребывает в наркозе. Для тех, кого уже заебал Саркози. Для тех, кто на любых условиях согласен. Но при любых условиях самого жирного просит. Дай, дай, дай мне этого жирного. Я из него лучше. Дай, дай. Дайте мне этого жирного. Я из него дурь вышибу. Дайте мне этого жирного. Жирного. Этот жирный космонавт мне. Поставь заново. Простите, сейчас еще Юра Мезер читанет свой куплет. Да-да-да. Это рыбчик вроде. Дайте мне этого жирного. Я из него дурь вышибу. Дайте мне этого жирного. Этот жирный космонавт мне на распродаже дали. Классика гурмана, паленка и акваминерали. Пару напасов, начнем вам читать морали. Альбом не за горами, курим кашлем и громко горланим. За нами не заржавей, новыми треками вгреем. За это ищут мусора, как нацисты искали евреев. Десны не имеют и зубы не скалят. Жирным убивался покойный Иосиф Сталин. Твердый закончился, читать забили и перестали. Представьте себе, репутацию не заморали. Ежедневные оды под солнцем семейства Марли. Сорвать, залить, сварить, просветить через марлю. Трек в машине на полную, тазик быстро светит в кувет. Сделанный узбеками песня, в петле на купейсе. Сладкий дым, караваном с кувейту, битый слюни, как от Эйбл Фейс. Дайте мне этого жирного. Я из него дырь вышибу. Это Good Hair, желтая ветка, Заки Бок. Йо, следующая песня посвящается нашему городу Москва, блядь. Не нашему нихуя, а еврейскому. Блядюшнику. Муравейнику. Это ебучий муравейник, это не гиперборея. Нас здесь жарят, как собак в Корее. Перемещают в вагонах по колее. Туда, куда им надо, но куда не надо мне. Я был схаван за отведенную тарифом плату. Эскалатор спустил меня прямо в ад. Этот кишечник начал меня переваривать, сжигая как калории десятки киловатт. И наверху не сладко, и хуй расслабишься. И тут могут пустить с молотка на славу. Век золотого осла расслаивает на слои. Мы все свои, но все свои стены отстраиваем. Меньше родства, больше чувства сдавленности. Минздрав предупреждал, пизда всегда поблизости. Ты можешь видеть, как она облизывается, ожидая, когда ситуация накалится. И нам кажется, что нет ежовых рукавиц. Но почему-то это улица, как психбольница. Кому верить, кого опасаться, кому молиться. И с кем можно разделить свой кусок солнце. Это ебучий муравейник, это не гиперборея. Нас здесь жарят, как собак в Корее. Перемещают в вагонах по колее. Туда, куда им надо, но куда не надо мне.
это ебучий муравейник. Это не гиперборея, нас здесь жарят, как собак в Корее. Перемещают в вагонах по колее, туда, куда им надо, но куда не надо мне. Ууу, это черный день. Здравствуй. Это good hash. Это то, что останется, когда перевернется страница и войдет в традицию. Это требуется распространить, не посрамить Русь-матушку, взять груз на душу и сказать парням правду о том, что не все доживут до завтра, о том, что не все вернутся назад, о том, что остановки здесь опасны. Но если есть в кармане запаска, все решается в один напас. Зима идет на спад, жизнь учит нас падать. Кто-то просит подать, кто-то нас хавает, как падаль. Черный день грозит издалека набатом, но наш батл доверха наполнен дымом заебатым. И мы снова откатываем его на потом. Черный день, нашу к нему готовность. Он без понтов для твоего рингтона, своей монотонностью, но вышибет три капли пота на твоем лбу. Здравствуй, жизнь напрасная, сука, это черный день. Здравствуй, это Загибо, Good Hash Production. Это черный день, здравствуй. Желтый вет. Сын, завязывай с рэпом. Сын, завязывай с рэпом. Завязывай с рэпом, сын. Не ходи на тусы с кэсом, не кнем в трусы. Не сын, стать человеком. Включай репу и завязывай с рэпом, сын. Сын, завязывай с рэпом. Завязывай с рэпом, сын. Не ходи на тусы с кэсом, не кнем в трусы. Снимай бусы, не сын, стать человеком. Включай репу, завязывай с рэпом, сын. Говорят, он вызывает импотенцию, влечение к младенцам и ночную полюцию. Так что бойся перед тёлками с рэпом спалиться. Не пропускай следующие этапы эволюции. Хули сидишь в резервации? Прими резолюцию, срочно надуться в говнецо. Налицо все факты, си-факты. И то, что ты носишь лифак, это рэп-апсифактор. И на психфаке не знают, как псих пахнет. И как идут дела там, где отдают тоже захлеб. Пьют захлеб с дозатора, пленка в глазах. И хава бы все побазарить, да по газам. Рэп это типа для самых-самых, но ты не вычислишь, как рокеров по волосам. Их они стремятся быть похожими на чернозадых, но они не знают, что это дорога назад. Рэп нарушает твой биоритм, как результат хрип, грипп, рак, цирроз и гастрит. Разложит твое тело и все, что внутри там. Тебя все еще бодрит он, но смотри сам, сын. Только не удивляйся, когда станешь шелком, как Сансил. Или оставишь свою голову в метро на станции за то, что у тебя все не по-пацански так. И пусть рэп сейчас в ротации, это все лишь для того, чтобы поиметь вратан тебе. Лишь бы ты оставался бараном податливым. Завязывай, братец, тебя уже хватит, бля. Завязывай, братец. Завязывай, сынуля, умоляю. И Загибок желтой ветки требует вас. Сын, завязывай с рэпом, сын. Не ходи на тусы с кэсом, ныканым трусы. Снимай бусы, не сын, стать человеком. Включай репу и завязывай с рэпом, сын. Сын, завязывай с рэпом, завязывай с рэпом, сын. Завязывай. Давай, давай. Включай репу и завязывай с рэпом, сын. Это куплет для Артема Татищевского из Тольятти. Про воду. А, говорят, солнце стало теплее, но только не менее бледен в еблее. Просто теперь немного длиннее осени, чуть гуще тот дым, что на дне осел. А, мы стоим на опасном перекрестке, когда зло обнажает свой длинный нос. И надо быть готовым дать ответ жесткий в тот день, когда будет поставлен ребром вопрос. И это похуй в каких ты кроссах, и насколько ты за лето подрос. Пройдет время быстро, ты не заметишь, как просто начнешь платить за воздух в прямом смысле. Кому-то свою капусту, кому-то избранному в узком кругу нерусских. Из тех, кому не подберешься на пушечный выстрел. И ты, скорее всего, скажешь, хуй с ним, вот что грустно. Хуй поймешь, куда все прутся, у всех круг свой решает только хуцпа. Чем надышаться, легче задохнуться. Поджигай Махмуд, блять, это напутствие. Балтика 3. С днем рождения, Толик, со шахматист. Во, нахуй мне это надо, блядь. Все, нахуй. Это не наш минус.
А чё? Бля, у нас два минуса. Это Загибок, Good Hash Production. Салют, Цвет Грены. И... Это нельзя купить. Это нельзя купить. Это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям. Это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блять. Это нельзя купить. Это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям, это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блять. Кто-то рвется в теле, кто-то кадрит этим телок, но это мудаки, их дерьмо меня не шторит. Они не шарят, их слушатель это школьник. Они не отпускают мысль выпустить сольник, и хоть прочесть 100 книг, не просышь о чем трек, их друг, это интернет, скажи таким нет. Не дай им даже шанса жрать за наш счет хлеб, до обеда топить их в собственном дерьме. Мне не нужны фанаты, чтобы делать это круто. Лишь бы был став, респект, полковник Пупов. Было время глумом, я время стрелять клубов. Беру микро, не было бы бодунище утром. Как много стало рэпа, как много стало трёпа. Но если вдуматься в целом, это глубокая жопа. Да я и сам тоже, походу, не вышел рожей. Вместо музыки режу лупы в саундфорджи. Но если ты такой же, чувствуешь бит кожи, куришь, как лошадь, забивая на осторожность, станет меньше параши и свергнут мойши, все будет пиздато, брат, но это будет позже. Это нельзя купить, это нельзя продать, это нельзя отдать предателям, это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блять. Они стараются быть модными, поеботаю и головы наполнены, и это полбеды. Хуем бы им всем полбу, но моя дочь когда-то тоже пойдет в школу. А там уже есть кто прибанчит порошком. Система выращивает для себя барашков. Все больше МС выходят в город накрашенными. Мне нужен новый рожок в калашников. И мне не важно то, что я не ваш типаж. Я просто тот типан, который читает под гашем. Для тех, кто пока что не начал думать влагалищем, среди деградирующего сборища это порево. То еще уже мало кто спорит, эти истории опорно. Заходя в океан, тогда мы, наверное, достигнем нирваны. Ее нами правит, враг нас травит. Драк нас травят друг на друга, как собак. Это не пиздец, брат, мы все в зоопарке. Одноглазый чпачмак расставляет вольеры на карте, пока играет на гитаре Маккартни. Не парьтесь, чё там как компари Бакарди. Или есть чем разнюхаться на паре на задней парте. И все в порядке с гигантой на харде. Это не хуйня на войне. Не просто текст написанный в арде. Это как с ноги по пизде. Глядя по телевидению трясущим секелем, пидорасам, что побили Осетию. Нам насерили в мозги, как маленьким детям. И если не дать им света, то скоро пиздец им. Так что не вытыкай из ракетки презентец, пока не взлетели ракеты с Плесецкого. Подгон босяцкий, чисто по-соседски. Тем, кто жрет сосиски и рубится по сетке. Кто спит на газете в переходе на желтую ветку. Тем, кто отнес все свои деньги в секту. Кто гомосек, кто в казарме считает лосей. Кто-то обидел, когда мы с Хусейном. Но все они уже знают, что мы встанем как хуй на севере. И на пизду эту рассеем семена, когда наши войдут в Вашингтон. Когда сдуются все гондоны, когда всем зайдет солнце одно и не разъебется одно. Заходя в океан, тогда мы, наверное, достигнем нирваны, когда наши войдут в Вашингтон. Когда сдуются все гондоны, когда всем зайдет солнце одно и не разъебется одно. Заходя в океан, тогда мы, наверное, достигнем нирваны. Ман. Все, теперь спасибо. Обожаю вас.